Ну вот, вышли в субботу специально засыпать этот колодец, котлован, заодно замыли водой прямо из этого, из водопонижения. То, что насос откачивает, тут же мы запустили этот толстый шланг сюда, заполнили, и все это замылилось и уплотнили. Потом еще выровняю и вроде как трамбанем, что ли. 29 сентября 2018 года, кажется. Ну вот, еще отсюда чуть-чуть. Здесь вода еще не осела. Пена, ну, осядет и как раз будет то, что надо. Арматура, это будет потолок, он же пол этого колодца. Ну вот, еще с этой стороны хорошо должно промыться, да? Хорошо, может, как думаешь, может и трамбовать не надо? Надо быть катком 12-тонным. 12-тонным, не меньше, 12. Он как раз здесь по ширине проедет.